Чебоксарах в эти дни проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ребята со всей республики продемонстрируют свои знания по 21 предмету. Старт олимпиады дан накануне, а финиш назначен на 8 февраля. Региональный этап открыл олимпиада по английскому языку. В ней заявились 83 участника из разных уголков Чувашии. Больше половины из них – ученики чебоксарских школ. Причем солидное число участников выдвинула 4-я столичная гимназия. В педуниверситете сегодня собрались школьники, которые уже прошли первый тур накануне. Отличие нынешнего регионального этапа от прошлых лет – это отбор участников, который в этом году по всем предметам проходил по рейтинговой системе. По рейтинговой системе, что это значит? Значит, на региональный этап после муниципального прошли только те, кто набрали достаточное количество баллов. По английскому языку достаточно высокий был проходной балл. Это связано с тем, что язык популярный. Вот. Количество участников тоже достаточно высокое. Участники олимпиады должны не только грамотно писать, но и свободно говорить на иностранном языке. Вот насколько хорошо все это умеют школьники, проверяется уже в традиционных тестовых заданиях и написанных ими рассказах на заданные темы. Но отличие этой олимпиады в том, что ее участники еще и сыграют в ролевые игры. Ребятам раздадут картинки, а потом предложат стать фотокорреспондентами. Их задача – убедить редактора разместить свои работы в одном из престижных журналов. Разумеется, на английском языке. Победители этой и других олимпиад будут представлять республику уже на российском этапе конкурса.